я умею играть в квадро. Каждый пятый ребенок до 18 лет подвергается насилию. Даже если насилие не ведет к летальному исходу, оно приводит к труднообратимым последствиям. Психически или физически нездоровым несовершеннолетний может остаться на всю жизнь. Только в России тысячи детей боятся сообщить о происходящем из-за страха, угроз обидчика, насмешек или стыда. Ответственность взрослых, которые знают о жестоком обращении, защитить детей. Обрати внимание